Thank God you're all right. How did you get here? It wasn't easy. At least I haven't had any more episodes. I wish I could say the same. Hey, I think I might have found us some transportation. This thing gonna run? Only one way to find out. Shit! What are you doing? Answer me. Нихера себе! Вот это поворотный поворот! Ладно, я забываю про ачивку. Ну привет! Бляха-муха. Вот же дерьмо! А патрончики собрать? Я подобрал только что? Лох! Резину не поменял! Так, так что, ачивка отменяется? Нет, я просто как бы не убил его. Убивайте сами! Ладно, проехали. No achievement for me. Хотя, подождите, может быть... Может, они сами убьют? Oh, fuck. Oh, fuck. Куда они стреляют? Слушай, я патроны могу даже не тратить, они сами. Смотрите. Я буду только у них забирать динамиты и все, я же не буду их убивать, это же не считается. О, фак. Get to cover. They're shooting from above. Ладно. Проехали. А, я застрял. Откуда стреляет, господи? Я застрял в ней. Я не могу. О, боже мой.
Мне только что заблокировали мышку, чтобы показать, что кто-то здесь есть наверху. Вообще капец. Что ты делаешь? Серьезно? Fuck. Скрипт. That was a close one. Сейчас если не поедем, то паук будет еще ближе. Или кто, что это там за херня была? До свидания, моя ачивка. Я был близок. Письки! Почему так мало врагов было, когда стелс надо проходить, а? Ну, привет. Еще раз. Ну вот как мне было уворачиваться от этого? Охереть! А я специально не лечусь. Набегает. Ой, набегают. Интересно, можно рассчитывать наш автобус за караван? Да, это будет, эта игра мечты будет. Тут набегают на караваны. Так, это всего лишь катсцена, так что насрать. Господи, он такой неудачник, капец. В дом врезался, мостом его сбило нахер, просто... Where are we heading, Joseph? I've got a theory. We seem to be moved around an awful lot. Almost as if by someone's will. So it's nearly impossible to get any sense of the geography around here. But the light, Beacon Mental Hospital, it's always in the distance. This thing you found me hooked up to, I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, detective. The right side looked like it led more directly toward the hospital. Oh, look. Just get us out of here. There's an ambulance there. There might be some kind of first aid. Чур мне. No, I'll do it. Don't let any of them on board. Да ты что, издеваешься, что ли? Так, дубль 2. А вдруг еще можно?
А, вообще-то я кинул туда. Ты что, издеваешься, что ли, а? В жопу, это говно? В жопу, это говно ачивку убогую. С этим убогим стелсом. Просто вот я херею. Кинул бутылку. И она показывает на меня. Капец. Она же сбивая. Ноп. Спокойно. Я сделаю. Давай-давай-давай, все, уходи. Да поверните камеру. Боже мой, посмотрите на это. Вот же дура, а. Ох ты, нихера себе. Я не могу здесь пройти, серьезно? Вот здесь не могу пройти. Ладно, норм. Второй есть. Угадай, их снова 4 здесь, да? Да вы что, издеваетесь? Там зеленый гель есть, но его совсем мало, поэтому насрать. Их 6. Все норм. О, фак. Привет. Какого хера зомби такие меткие? Я просто охереваю за это. Да ладно, вы что, издеваетесь, что ли? Где? А, нет, все норм. Просто подумал, что меня посередине где-то возродили, нет? Все норм, все норм. Так, будем пытаться стелсом пройти. А, выдвигайся. Непоколебимый дебилизм. Стрелся во все поля. Зачем вообще это говно добавлять тогда в игру, если оно толком не работает? Чё оно дает? Ничего оно тебе не дает. Тебе быстрее стрелять их. Маразм. Лечиться тоже не хочу. Усложняйся игру, да. Да, извините, но...
Вы посмотрите на вот этот дебилизм. Это что такое? Почему я не могу про... Не оборачивайся. Слишком умные для зомби. Почему я не могу перепрыгнуть через машину? Господи, боже мой, эти тупые условности, а! Ну как так можно игры делать? Твою мать, 2014 год на дворе. Какого хера вы не можете сделать нормальные игры? Почему? Почему? Почему нельзя прыгать через машину? Знаете, как было бы круто? Хоп, прыгнул через машину, подошел, забил кого-то топором. Херак, выстрелил кому-то в голову. Но нет, ты не можешь перепрыгивать через машину. Чё с тобой? Вот зачем вот жопа повернулась? Посмотрите на это, вот как мне его повернуть? Никак. Holy shit. Да! Вы это видели? Они только что убили, мне не дали из-за этого убить его. О май год. Повернись, господи. Твою мать. А вот сейчас не хочешь поворачиваться, кстати. Когда я нажимаю влево. Отворачивайся. Отвернись. Спасибо. Один есть. Почему? Да почему ты обернулся-то, а? Кто меня кинул? Как они узнали, что здесь... Ой, это уже читерство какое-то, ёпресеты. Как они узнали то, что я здесь нахожусь? Чё, вот... Вот смотрите, да, вроде как должен быть выход со стелсом, да. Ну, для чего здесь валяются бутылки? Для того, чтобы стелсом пройти. Невозможно здесь пройти стелсом. Стелс-механика абсолютно непроработанная, сделана через жопу. И как-то вот прикалякана. Намного быстрее взять, выстрелять всем в голову и пробежать вперед. Абсолютно. А теперь не приседать постоянно. Да не... Да... Я просто... Я сзади подошел, да? Бочка стоит. Бочка. Бочка. Thank you.
почему я не могу сейчас убить? Почему? Вот почему? Я не понимаю, почему я не могу ее убить? У нее что, здоровье больше становится, что ли? Почему я не могу ее схватить и убить сзади? Я сзади стою. Нет, нельзя. Ой, это тупые игровые условности, вот просто охереть. В общем, все понятно. Все понятно. Я начинаю тоже... начинаю понимать, почему у этой игры такие низкие оценки. Потому что сделано все через жопу. Что боевка стелсовая, что мясная боевка, все через жопу сделано. Вот все, смотрите, она меня просто заметила. Три выстрела в голову, три. Да. Повернись! Ладно, может остальным будет проще. Я уверен, что их тут четыре осталось. Как она там вообще оказаться могла? Вот скажите, как? Вот этот динамит. В общем, я пробовал. Это нереально. И... если что, просто возьмите этот момент. Я не знаю, когда буду в рецензии говорить о дерьмовости стелса. И пересмотрите его. Или отошлите кого-нибудь сюда. Или я даже его вставлю. Потому что это нереально. Если вы сделали возможность проходить стелсом какие-то места, то сделайте, чтобы... был выбор у игрока, проходить стелсом или нет. А это бред. Тебя просто заметили и все. Теперь у меня даже значка не появилась, я его убил. Йо! Ладно. Окей. Окей. Смотрите, как будет сейчас просто. Какой в жопу стелс? Что? Стелс? В нашей игре есть стелс? Зачем нам стелс? Какой стелс? О чем стелс? Стелс? Я охереваю за их меткость. Просто охереваю. Здесь кто? Кто они? Они профессиональные метатели динамита, что ли? Были в прошлой жизни? Или кто? Или где? Как интересно стелса проходить это все дело, да. О-о-о-о-о-о. Так интересно было проходить стелсом, да? Стелс должен облегчать, в принципе, прохождение, а тут легче намного проходить мясом. Я не знаю, что за бронебойные маски у них, но... настоящий воды бред. Нахера было это добавлять сюда? Я просрал только что времени столько, пытаясь... а как-то механику игры приспособить под то, что вот здесь есть. То есть пройти стелсом. Ну, стелс же здесь есть. Да, значит, то есть и можно проходить. И вот я не понимаю, почему вот здесь не могу проползти. Ну, вот здесь могу проползти, вау. На некоторых местах нет. В общем, да. Какая-то закаляка убогая.
лечусь, потому что только потому, что здесь есть шприц. И все. Там еще забыл. В общем, если вы не сделали этот чимит во второй главе, то вы его не сделаете за всю игру, потому что стелс здесь ультра говенный. Так что если вы вдруг когда-нибудь купите эту игру, захотите выбить все ачивменты, делайте этот ачивмент во второй главе, где надо 5 врагов убить подряд, скрытно. Потому что эта игра в плане стелса кусок поганого говна абсолютного. Ну и в плане боевки тоже, если честно, ничего нового нету. Resident Evil 4. Там еще что ли есть? Привет! Ты умный, я смотрю, да? Я смотрю, ты очень умный. Сложно было как... Так, подождите, не надо мне это так тыкать. Пожалуйста. Вы что, шутите, что ли? Серьезно? Столько шприцов? У меня не влезает уже в меня. Столько... Много слишком. Они что думали, что я серьезно здесь буду так сильно подыхать? А, мышку можно убрать? Спасибо, наверное. Почему нельзя обменять, допустим? Что-нибудь на ключик? А где он? А, все вижу. Ну или нет, беру свои слова назад. Да вы что, издеваетесь? Справедливость восторжествовала, я считаю. Привет. Сейчас какая-нибудь большая херня хоть выбежит, нет? Ой, ты не сдох, что ли? Вау. Какой-то Counter-Strike Mix on Zombies. Серьезно, сейчас происходит. Дебилизм. Да иду, иду. Keep them off me. А, не буду садиться, окей. Ты что, издеваешься, что ли? Слушайте, надоело, серьезно. А можно все сразу собрать, нет?
А сейчас открывают, это там на самом деле фигурина или просто конфетки, знаете, аптечка для детей. Игрушка. Заказывали какую-нибудь секс-игрушку. Ну и так тоже, наверное, можно, такие аптечки есть. Shit. Let's get out of here fast. Серьезно? Не управлять надо? Серьезно? Окей. Вау, управление здесь, конечно, замечательное. Зомби появляется из воздуха, тоже норм. Куда ехать-то? Фига себе, у нас ковер-самолет просто. Ну я просто херею. Следующий эпизод.